Возбуждение уголовного дела отказано. Камчатские следователи разобрались в скандальной истории с участием инспектора ГИБДД и пассажира автомобиля, который в августе остановили в районе Серогласки в Петропавловске. Тогда в соцсети попало видео с места происшествия с сообщением о том, что полицейский ударил человека. Как выяснилось, в восстановленной инспекторами машине находились трое пьяных парней, включая водителя. Они вступили со стражами порядка в перепалку, а один из пассажиров вытащил ключ из замка зажигания и попытался с ними убежать. Полицейский сделал резкое движение рукой, пытаясь отобрать у молодого человека ключи, и именно этот момент попал тогда на видео. Впоследствии в ходе проверки парень подтвердил, что полицейский не применял к нему физической силы. Что касается водителя, то на него за пьяную езду составлен административный протокол. Кстати, за плечами у него немало проблем с законом. Его 7 раз судили за кражи и более 50 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.